Foundation, потому что возникла идея сделать пространство, стали себе находить мебель, возникла идея сделать супрематизм в пространстве, дизайн выставки тут возник. Как-то очень... Замечательный современный художник Андрей Шифер сделал две инсталляции, вот та, по-моему, совершенно волшебная. Из дерева, которое в центре. И тут вот всегда приятно, когда есть время подготовки выставки, можно как-то так встречаться, обсуждать идеи. Ну и в рамках выставки, на самом деле, мы планируем сделать серию лекций и прочих вещей, да? Да, да. Мы объявим дополнительно. Есть материалы, которые вот MoMA Art Foundation представляет, и здесь им слово, потому что... собран архивный материал. Мы бы хотели дать слово господину Блинову, который бы рассказал вот об Эрзе вообще, прежде всего на Урале. И вчерашние гости, как представьте? Ирина Витальевна Загородских, известная дама, она эксперт, она готова почитать ленту, или, у нее есть там свои фантазии на эту тему. Да? И, я бы еще хотела, надеюсь, что Олег Бызов нам не откажет, потому что экспертиза, которая в основном предметом представлена, это его труд. И вообще такая очень интересная тема, как анализируется вот такой раритетный предмет. Вот если он поделится своим опытом работы с этими коллекциями, это тоже очень интересно. Они будут сегодня, да? Ну, вчера. Вчера они были. Мы закрытый показ устраивали для специалистов. Вот, так, я думаю, на сайте, я думаю, будет информация, рассылка.